Друзья, всем привет, всем доброго времени суток. Рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня я вам покажу обзоры завтрака, обеда и ужина в отеле Лазули Хотел Марса Алам. А вот у нас море. Это, конечно, не относится к завтракам, обедам и ужинам. Но вот хочу вам показать именно уже подготовка к новогоднему ужину. Сцена такая построена. Огорожено, видите, все по периметру, чтобы ветер не задувал, когда вы будете кушать. То есть все сделано очень-очень комфортно. Так, ну что, направляемся на завтрак. Завтрак у нас проходит в главном ресторане. Также обед и ужин там же. Он находится внизу. То есть ресепшн и внизу сам ресторан. Доброе утро. Сейчас я вам покажу обзор в главном ресторане завтрака. Проходим. Здесь у нас место, где можно записаться в ресторан Аляка. Дальше можно попить соки за 2 евро. Ну, только, к сожалению, апельсиновые. Какое-то классное винишко можно тоже за определенную плату купить. Дальше, смотрите, ресторан такие поделен на две части. Первый зал. Второй зал. И здесь таких три локации, где находится еда. Дальше мы подходим, начнем с хлебобулочных изделий. Находятся они вот в таком месте. Разные булочки, лепешечки, их не египетские. Дальше сухие завтраки. Здесь можно взять египетский пирог. Дальше круассанчики. Здесь сделать горячие бутербродики. Далее локация именно с овощами и фалафель. Дальше панкейки. Можно здесь сделать вам омлет яичницы. Следующая локация у нас, где можно взять соки юпи. Конечно же, кофеечек. И идем. Идем к тому месту, где у нас основные находятся блюда. Это йогурты. Здесь можно ложечки взять. Так все красиво украшено. Халва. Оливки, маслинки. Дальше здесь колбаски разные, сыры. Здесь какие-то маринованные овощи. Дальше, давайте я подойду к другому месту. Смотрите, здесь у нас сладости находятся. Здесь уже пошли у нас фрукты. Снова сладости. И подходим к горячим блюдам. Местечко, где взять можно большие тарелки. Здесь разные приправы. И пошли, значит, поехали. Тушеная фасоль. Так, еще раз. Тушеная фасоль. Дальше яйца. Пюрешка, каждое утро она есть, только на завтрак. Дальше это фасоль. Вот такие помидорчики с сыром. Сосисочки.
и французские тосты. Ну вот, вот такой вот завтрак. Вот такой вот завтрак у нас в отеле Лазули Хотел. И хочу вам отметить, что вот в этой части зала есть диванчики, где очень удобно кушать. Есть еще один зал. Сейчас я вам его покажу. Тут тоже можно спокойненько позавтракать. Тоже большой такой зал. Ну и до нашего приезда еще можно было можно было еще позавтракать и на улице. Но сейчас, в связи с тем, что подготовка идет к Новому году, то там уже нельзя кушать. Вот смотрите. Сейчас я вам просто выйду, покажу. Тоже здесь располагались вот такие столики. Ну, сейчас здесь подготавливают все к Новому году. Вот вам показываю. Подготовка к Новому году идет. Расставлены столы и сцена готова. Ну, вот такой вот обзорчик завтрака в отеле Лазули Хотел Марса Алам. Я добрый день. Хочу вам показать обед в ресторане Ла Вентана отеля Лазули Хотел Марса Алам. Заходим в главный вход. И имеется три локации с едой. Раз, два, три. Дальше на заднем плане локация с левой стороны с хлебобулочными изделиями. Смотрите, есть хлеба такие, сразу их можно порезать. Разные булочки, лепешечки египетские, булочки разные. Дальше супчики. Супчик. Один супчик, второй супчик. Написано, что сегодня рыбный суп. Вау! Тарелочки специально для супа. Дальше проходим. Здесь у нас делают, смотрите, пасту. Паста. Далее, конечно же, бар. Можно взять соки Юби. Пиво, разное вино, дальше тоник, оранж, кока-кола, сода, лимонный какой-то еще напиток. Дальше вот поставили свою новую кофе машину. Дальше тут кофеечек, кофе-крем, дабл экспрессо, эспрессо, капучино, латте, кофе-латте, хот-милк, хот-чоколад и, конечно, хот-вода, то есть горячая водичка. Далее продвигаемся к той локации, где у нас находятся всякие овощи и фрукты. Овощи, точнее, не просто овощи, смотрите. Овощи такие. Далее, так красиво все украшено. Какие-то еще сладости типа того. Пройдем мы к этому месту. Здесь у нас фрукты, дынька. Вот, такое блюдо. Так, бананчики, сладости. В принципе, все как бы на своих местах. Каждая локация, она, ну, как бы повторяется на завтрак, обед и ужин. То есть вот это вот, сейчас мы проходим, всегда здесь сладости. Смотрите, есть также гранат, апельсинчик. Так, и смотрите, что очень удобно. Можно набирать еду как с одной стороны, так и с другой. Здесь тарелки находятся. И поехали. Значит,
сушеный зеленый горошек. А вот это то, что я снимал. Это картофель. Дальше вот интересное блюдо, которое называется вот каннеллони. Дальше курочка. Каждый день снимаешь? Говядина. Ты же хорошо все рассказываешь. Всю правду, только правду. Говядинка. Дальше морепродукты с томатным соусом. О, я уже как бы это снимал. Макароны? Да. Вот соус. Соус идут. Белый, красный. И вот на этих сковородочках все такое делают. Вот такие классные повара. Персонал очень дружелюбный. Ну вот, в принципе, я вам все показал. Если вы здесь сейчас смотрите, лимончик, да? Лайм. Дальше тут есть лучок. Вот так все выглядит. И, как я вам уже показывал, смотрите, это один зал и второй зал. Ну, вот такой вот получается обед в отеле Лазули Хотел Марса Алам. Приятного аппетита, друзья! Друзья, всем добрый-предобрый вечер. Хочу вам показать обзор вечернего ужина. Ужина в отеле La Ventana, отеле Lazuli Hotel Марса Алам. Заходим в зал. Как я вам уже показывал, на завтрак, обед, что имеется в виду, три такие локации с едой. Вечером, между прочим, именно фрукты находятся с этой стороны, да? Много яблочек, апельсинов, гуава, сладости. Вот такие вкусненькие штучки, смотрите. Дальше подходим, тарелочку здесь берем. Дальше у нас мексиканский рис, тушеные овощи, мексиканская рыба, а здесь картошка, что-то неправильно написали. Короче, здесь спагетти какой-то, ну, макарончики. Здесь чили мясо. Ох ты, здесь что-то у нас тоже синенькие баклажанчики. Рыбка какая-то. Дальше у нас говядина. Hello. Chicken? Chicken? Yes. Chicken. Дальше супчики у нас. Сказали, вечером должно быть два разных супа. Да, томатный супчик и сладкий куриный суп. Вот так он выглядит. Дальше хлебобулочные изделия. Тут можно порезать хлеб. Такие батончики красивые. Зал один. И еще один зал. И сейчас я вам покажу барную стоечку. И еще один зал. И барная стойка. Вечером тоже можно взять, попить
чай, кофе, капучино. Всякие тоники, оранж, кока-кола, соды. Здесь горячая вода, алкогольные напитки, пиво и соки Юпи. Ну вот, друзья, такой ужин в отеле Лазули Хотел Марса Алам. Приятного аппетита! Друзья, на этом я заканчиваю видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Подписывайтесь на мой инстаграм-канал. И всего вам, друзья, наилучшего. Всем пока и до новых встреч.